Всем привет! Вы на канале «Готовим с Оксаной Пашко». Сегодня приготовим блинчики с яблоками. Это очень вкусное блюдо, от которого никто не сможет отказаться. Также в этом видео я покажу, как быстро приготовить блинное тесто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто для блинов. В стакан блендера наливаем 500 мл молока. Разбиваем 4 яйца. Сюда же добавляем 1-2 столовые ложки растительного масла. Насыпаем 1/4 чайной ложки соли и 1 столовую ложку сахара. В самом конце насыпаем 200 грамм муки и сразу же взбиваем все до однородности. Последовательность ингредиентов должна быть именно такая, чтобы мука не приклеилась к стенкам чаши блендера. Готовое тесто переливаем в миску и оставляем отдохнуть на 15 минут. Пока отдыхает тесто, приготовим яблочную начинку. 1 кг яблок моем и разрезаем на четвертинки. Яблоки очищаем от сердцевины и кожуры. Очищенные яблоки нарезаем маленькими кубиками. В сковороду кладем примерно 1 столовую ложку сливочного масла и 4 столовых ложки сахара. Все перемешиваем. Сюда же насыпаем все подготовленные яблоки. Все перемешиваем. Через некоторое время яблоки пустят сок. Периодически перемешивая, тушим яблоки на небольшом огне, пока не испарится вся жидкость. В самом конце добавляем 1 чайную ложку молотой корицы. Яблоки перемешиваем и снимаем с огня. Жарим блины. Перед первым блином сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. На сковороду выливаем половину половника теста и равномерно его распределяем по всей поверхности. Когда поджарилась одна сторона, переворачиваем блин на другую сторону. Так готовим все блины. Из этого количества теста на сковороде диаметром 24 см у меня получилось 16 блинов. Начиняем блины. Берем один блинчик и выкладываем на него примерно 1 столовую ложку яблочной начинки. Начинку кладем только на половину блина. Сверху начинку накрываем второй половиной блина и еще раз складываем вдвое. Так начиняем все блины. Разогретую сковороду смазываем сливочным маслом и выкладываем 4 начиненных блинчика. Еще больше разных рецептов с блинами смотрите по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Блины немного обжариваем с одной стороны и переворачиваем на другую сторону. Когда блинчики поджарились с двух сторон, снимаем их и сразу же подаем на стол. Блинчики с яблоками получились очень вкусными и румяными. Готовить их несложно и нравятся они всем, как взрослым, так и детям. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Если вам понравился рецепт таких блинов, то обязательно ставьте лайки и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.